Господи, столько туннелей! Я экскурсию не заказывал. Пожалуй, пора становиться настоящим пауком. Чудищ! Этот вирус опаснее, чем все думали. Надо спешить, пока он не распространился дальше. Паутина укажет, где он сейчас. Ладно, хватит бегать. Я тебе ничего не сделаю, только возьму кровь на анализ, а потом дам вкусную конфетку. А? Честно. Тут новые друзья. В чем дело? Люди, которые там, некоторые меняются. Разумеется. Единственное, что сейчас нужно, найти гибрида и... Правда? И больше ничего? А, ладно, буду искать человека-крысу. Пора раскинуть сеть и найти этого парня. Thank you.
пришлось это сделать. Здесь делает тайная эмблема Аскор. Надо звать мисс Ченг. Ченг. Я нашел одну из эмблем Аскор, о которой ты говорила. То, что нужно, верно? Да. Я знала, что могу на тебя рассчитывать. Смотри в оба. Это точно не последний. Приступаю к заданию. Поехали. Думал, я тебя потерял. И я прав. У кого-то насморк. Вот и все. Переходим в режим ниндзя. Побудь в одиночестве. Больно.
Леви. Крысиный ДНК в зоомагазин. Буду нападать из темноты. Я ваш новый сосед. Зашел узнать, не одолжите ли вы мне немного своей крови. Ну, знаете, это совсем не по-соседски. Вонюченький. О, мама! Я тебя размажу.
хочу. Эй, куда собрались? Ведете приемных черепашек в пиццерию? А, можно с вами? Может быть, паутина укажет, где он сейчас? Также давайте наберем 5 лайков, и будет новый выпуск. Так что давайте. Всем удачи и всем пока.